Итак, друзья, с вами Раш Нидзука. Мы продолжаем прохождение игры «Лебединый эскиз». Итак, у нас осталась четвертая глава, последняя, видимо, которая называется «Сон короля». Что ж, погнали. А, это ты, тот мальчик из моего сна. Странный же это был сон. Мои творения рушились, а я мог только смотреть. Иди сюда, садись у камина. Все началось здесь, в доме, в котором я вырос. Я услышал тяжелый стук в дверь, как в ту самую ночь, когда ушел. Блин, вот это прикольно тоже сделано. Как будто все карандашом нарисовано. Чем-то напоминает фаны из мультфильма «Карлсон». Я открыл дверь, но за ней увидел только белую пустоту. Так, туда пока мы не пойдем. Опа, это типа отражение в зеркале? Это я так выгляжу? Ой, прыгать могу, смотрите-ка. Плоский такой товарищ. А тут что, у нас обрыв, что ли? Что здесь вообще? Что-то я не пойму. Ладно, значит, нужно идти туда. А, вот, в камин. Как не попасть? Где наш шарик, который тут у нас светится? Я понимаю, что я половину шариков добрую пропустил в игре, но хотелось бы хотя бы собрать что-то, что возможно. Так, я от него отдаляюсь. Чё, там все, обратно уже не вернуться. Офигеть. Да, обидно. Где-то я его пропустил. Ну, ладно, все, идем дальше. Фига не видно. И проход-то. А, это очень похоже на начало игры, только там я черными красками пулял, а тут сейчас водой. Похоже, такая же комната была квадратная. Но стоило мне выйти, я почуял беду. Какой-то негодяй все залил краской. Мой сад был погублен. Блин, кругом шарики спрятаны, я их вообще не вижу. Где вы, шарики? Ну, понятно, что краска это мы тут забрызгали в свое время. То есть король идет по нашему следу, можно сказать, в своем сне. Не знаю, тут вообще шарики невозможно читать. Самый жесткий уровень такой по прохождению шарика. Да, вот статуя его, этот бюст с короной. Тут заговорила моя статуя. Помогите! Какой-то мелкий хулиган бегает вокруг и красит все в моем саду. Думаю, он направляется в... Фу! Краска попала мне в рот. Ох! Куда себе? Я такого не делал. О, шарик. 1 из 5. Ха. Ну, в общем, я уж пропустил там начальник, так что париться на счет не стоит. Так, и что, он вход завалил или пройти тут можно тут? Можно пройти. Я увидел свой незавершенный лабиринт, покинутым и забытым. Правильно, кто-то будет в этом лабиринте лазить. Если там люди месяцами в нем торчали. А потом появились титры. Титры? В снах?
Да, представь, и субтитры. Это они прикалываются. Это уже типа финальные титры игры, получается, идут во время прохождения. С чувством юмора им не откажешь. Должен был стократно пережить меня, а оказался погублен еще на моем веку. Памятник вьюнкам. Лебедь. Гигантский тут. Офигеть. Ой, вот он шарик. И это надо срочно взять. Титров сразу, да, подрисовали. Вот эти город гигантский. Вообще, просто так все необычно и здорово сделано. Ну и куда? Обеденный зал был полон. Как в былые времена, пахло жареным гусем. На мгновение я почувствовал себя счастливым. О, вот типа король. Блин, это как будто он, вначале он был какой-то такой мелкий. Знаю, домик. Может, это его возраст растет. Потом я снова оказался один. Мир вокруг остыл и потемнел. Ой-ой-ой. Я почувствовал, как смерть окружает меня. Так что вы хотите? Куда дальше-то? А, я могу брать предметы. Вначале не было, когда я играл в этом. Теперь я могу кидать их, видимо. Поближе, что теперь двинутся. Опа! Поплыли! Прикольно! Или только начал строить. Всего 10 вот он, вот он, вот он. А от него остались только рыба. Блин, должны были перебить меня, но погибли у меня на глазах. Куда я упал-то? Я был на похоронах. На собственных похоронах. И больше там не было никого. Кроме тебя. О, мальчик этот, которому мы играли, видимо. А почему он был на похоронах и там не было никого? Это он будущее свое видит, что он типа умрет и единственное, кто останется, когда он... А сейчас в зеркале мы не видим мальчика опять. А, ну правильно, король-то вот он мертвый. Теперь мы видим как бы себя.
Вообще сложно объяснить вот это все, что тут происходит. Я видел свой памятник. Последнюю надежду, что что-то останется после меня. Я направился к нему. Опять шарик отдаляется от меня. Чем-то напоминает короля из игры Катамари. Все выше, как подросток. Без башни. Собственно, памятник. От легкого толчка мой памятник сломался и утонул. Я увидел, что передо мной лежат мои творения. Скоро они рассыплются в пыль или будут закрашены кем-то, кто придет мне на смену. Ровно так же, как я рисовал поверх того, что было до меня. Круто. Планета уже такая круглая. Могу по ней перемещаться? А, ну, ограничил право. Дальше никак. Лабиринт этот. Нифига себе лабиринт еще. Потом я понял, что когда проснусь, все мои творения на самом деле будут уничтожены. Тут-то и появился ты. Не знаю, как ты здесь очутился, но я тебе рад. Вот, у меня для тебя кое-что есть. Эта кисть мне больше не нужна, ведь мое дело окончено. Теперь она твоя. Надеюсь, она сделает тебя счастливым. И когда-нибудь люди скажут, он куда лучший человек, чем его отец. Через эту дверь ты попадешь туда, куда захочешь. Но поторопись, сынок. Долго это не продлится. Той ночью, несмотря на усталость, Монро делал что-то, что очень порадовало бы его мать. Он рисовал. Нарисовал шею лебедя, нарисовал ему двух, как их назвать-то, утят этих, лебедят. Вот, видимо, и все, друзья. Не знаю, что тут думать, как бы. Сама игра, конечно, очень необычная и интересная, но вот в плане сюжета тут, видимо, надо как-то самим догонять, что-то думать. Что тут я... Или это просто сон мальчику приснился вот со всеми этими бреднями про короля и там про все такое прочее. В общем, я не знаю, что сейчас сказать. У меня тут непонятно, наверное, неразбериха в голове. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Может, какие-то у вас свои предположения, что тут вообще произошло. Это все настолько, не знаю... Ну, даже я бы не сказал, что бредово, но... запутано, что ли. В общем, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете вообще об этой игре, как вам понравилась ли она. Что у нас тут еще, кстати, есть? Вот теперь главы открылись, да, видимо. Неоконченная империя. Вот это все, что мы проходили. Вот показано, сколько шариков мы везде собрали. Полностью я только вот в первой главе собрал и кое-где еще. Кстати, тут какие-то вот дополнения, создатели, начало, середина, конец, создатели, нажмем посмотреть, наверное, это какие-нибудь титры, ну да, это титры пошли, но пускай они будут, такие рисунки тут необычные идут тоже, сами себя нарисовали создатели, видимо. Ну что ж, друзья, в честь создателя этой игры мы посмотрим эти титры. И на этом, я думаю, завершим прохождение этой игры.
Возможно, вы что-то знаете о ней еще, какие-то секреты в этой игре или что-то необычное. Прошу тоже написать в комментариях. Все, что я знаю, вот это то, что мы прошли. Ну что ж, друзья, с вами был Рашна Нидзука. Оставайтесь на канале Игрофильмы. Всем удачи, всем пока.
Так, я с вами попрощался, на самом деле еще не все, видимо. Мы посмотрели вот создатели, да, дополнения. А осталось еще два дополнения, которые со знаком вопроса. Честно говоря, я не представляю, как мне их открыть. Надеюсь, вы все-таки кто-то игру проходил, вы мне подскажете, как это сделать. Что еще хочу сказать напоследок. Хорошо, что выходят такие необычные проекты, которые дают нам, скажем так, необычный опыт геймплейный. И как бы одна из немногих игр, в которых нам не приходится кого-то убивать или метелить. Так что таких игр должно быть больше, тем более таких необычных, разнообразных. На этом у меня наконец-таки все. С вами был Рашина Нидзука. Оставайтесь на канале Игрофильмы. Всем удачи, всем пока!